Оксана Кундеренко сейчас на прямой связи со студией. Оксан, здравствуй, расскажи, что сейчас происходит на месте трагедии? Добрый вечер, Катя. В очередной раз Лондон в состоянии шока и скорби. То, что мы видели сегодня на месте происшествия, впечатляет. Растерянные, плачущие погорельцы ищут пропавших родственников. Некоторым уже сообщили плохие новости. Но стоит отметить и положительную сторону. Огромное количество неравнодушных граждан, волонтеров отпрашиваются с работы, несут в импровизированные центры помощи еду, воду, вещи первой необходимости возле местных церквей выстраиваются очереди из желающих помочь. Подруга моей дочери пропала без вести. Я принесла немного одежды, еды, подгузников, то, что нужно детям. Что поражает и нельзя передать на видео, это запах гари, который распространился на несколько кварталов вокруг. На наших глазах обваливались куски здания, ветер разносил обломки. Внутри все еще работают пожарные, они почти все здание обыскали, но кое-какие очаги до сих пор тлеют. На дороге лежат бумаги, чья-то домашняя работа по математике, книги. Масштабы трагедии еще предстоит установить, но это горе в который раз объединяет лондонцев в трудную минуту. Киев. Оксана, спасибо тебе за детали. Это была Оксана Кундеренко из Лондона.